Автобус с пассажирами врезался в большой груз на набережной около Грибного канала. Водитель, который пострадал сильнее всех, сейчас находится в больнице. Нам удалось записать с ним интервью, и он сообщил, что просто не заметил фуру. Стоял на дороге, свет уличный выключили, идет снег. Я еду, я не видел ее просто. Я уж только увидел, мне там увидел, там уже было поздно. В результате данного ДТП, по нашей информации, сейчас за медицинской помощью обратились 23 человека. Сказали, что якобы, такие неопасные с жизни травмы там. Ушибы, сотрясение, видать, что ли, наверное. Километров 40, не больше я ехал, а тихонько ехал. Mm-hmm. Потому что дорогу плохо видно, пелена идет. Все заметено, едешь, не знаю, чего там. Он-то подготовленный, проверенный утром. С нашей стороны, автобус в технически исправном состоянии. Водитель адекватный, трезвый. Конечно, немного чувствую вины своей. Есть какая-то вина моя. Людей жалко. А он стоит на дороге, не включен ни фонари, ничего, его не видно. Это не белым днем. Если белым днем было, я бы увидел бы. Даже снег шел, я бы увидел бы.